Čaute dámy a páni, pri ďalšej epizódke z hry Metra Redux. Minulý diel sme mali poslať nejakú správu z rádiovej stanici. Ja môžem povedať, že som sa tam dosť zamotal. A v tuneloch nám to tiež dalo zabrať. Čiže pokračujeme ďalej. Tak to bolo bez ďalších rečí, pustíme sa do hry. Wow, zase máme halúze. To nie je dobré, toto nie. Môžem tam ísť, alebo čo? Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо своих, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Беги, Артём, беги! Что он делает? Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции на руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Так же улавливаю у конца? Так, кто со... Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! А, наши. Ми фашисты приехать захватить ваш станция! Ульман, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с Черной. Ну ладно, проезжайте. Фу, прошли мы. Погоди. Погоди, мы прошли. Да, там и любили. Чао. Чао, камон, маш добрый овоз. Дай мне его. Kde sme? Chvále vás tu je! Pekná stanica, ľúbi sa mi. I... Aľo? Kde ideme? Jako, kde ideme? Ладно, пошли. Так же день. Значит, доразились мы до бункера. А где идем? Си гнусный. Чао, лаки кшефти. Только у нас. Лучший курс на станции. Почекай. На бой бисон степ. Сейчас изобретем. Да у тебя уже барахло из кармана вываливается. Щетку вам полне. Окей. Так файн, укажми. Кто там не укажи? Полне. Бабах! Нет человека и нет проблемы. И до пяти досчитать не успеешь. Тут-то самое годить. Лекварничка. Филтром дай. Оставь деньги при себе. Мама, пульбибала. Рада с тебя обходовать, Гаму. А ты мне дашь что? Налетай, разбирай. Ты сильно симпатичка, у тебя не с тем ничто. Добро пожаловать в полис. Чао. Капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится.
Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Где вам нужно шаты? Деактивироваться. Сами шаты. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. Шат, а то смотри, же. Двухголовые детишки родятся. Идиот. А где мое облачение, эй? Здорово. Чао, что ты пичешь? О, ничего. Сева. А окей, хлопцы. Туалет хочу. Раньше надо было. Что ты говорила? Почка, гонась. Скидки, лучшая пушка, лучших мастеров. Угони. Ступай своей дорогой, добрый молодец. Фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Где он? Кому завадаш? Больно. Чао. Я Мельник. Рассказывай. Из земли? Сюда. Посиди. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Вы думаете за задачку? Весь який модерний. Постапога. Эй, дай чуда. Кому тяжко нос была, у тебя игла? Вот оно тебе надо. Воу, слышно. Так, а ты сам был, а не был сам ту? Вечно ты так. Наживешься, а мне мля тащить тебя в пора. Да это сзади тут ты за задачки чий? Ткани вам есть? У нас вот как-то тоже было. Ты чё хитаешь про Синтя? Беру, алло. Рыбу и тетя Надя. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Ага, здесь там нет. Очень амала. Что там, а что там аж причерпи? Точка, где мам есть? А где мужик мне именно порисаешь? Это у там нашего? Да Миллера. Это не был Миллер? А тут типа опа! Кому демать эту задачку, эй! Это мляка! Типа я знаю, что? Ща мне на руку спустя. Что она за задачка утворила? Ну фамозне! Надо было бы блоки целый, э? Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. На. Так же ты мне повидал. Велю информ... Двинули. Информации. Але до сих пор запомнил. No, tu, počkaj, tu mám ešte denníček, ukáž, denníček tu mám, áno. Poznámečku. Potom mi zaplatíš pivo, dobre? A ty niečo, ty si hnusný.
Ну файн. Куш число 2. А ти расти, йоне, я ще ріця нігами. Ясне, Артем, що за це дузі, дай си маску. Маме ту мразлинаров, маме ту мразлинаров. Ту єден змразлинар, дай ми маску. Мені си маску за нову. Показену си нехай, а тенто ма нічо, нема. Так, файн. А ти був дуже змерзлий на реден. А, ясно, ти був. Оооо, 4 набої. Там маємо нічо. Повинемо з... Тіба сам... А, ти ма добру наложку, каш? Гавка, чи нехайте ма на покой. Я нехам вас, а ви нехайте мене. Ано? Я си ту лен такто в клітечку прескочим. Aby som nezbudil pozornosť. Ďakujem. Vráť mi nožík, bude sa mi hodiť. Ty máš niečo? Nemáš nič. No ale asi by som sa to nemal zdržovať dlho, lebo... Pozri na to. Je, ale vás tu je. A fajn, nasral som ich zase. Nikto? Nikde? Fajn, daj mi nožík, ten sa bude hodiť. Musím ísť pomaličky, lebo títo chlpáči mi nedajú pokoj. No, čo by sa mi to tak hodilo? To bola divná maska, alebo niečo také. Ukáž, ďalší zmrzlinár. Díky, kámo. Čo tu ešte nájdem? Evidentne asi nič, a teda tu nie, tam je fuj, hnusná studená voda. Dojdeme do studenej vody, kávo. Moha mi dala dva naboje. Počkaj, tu je holubica. Vidí ma tá holubica? Nevidí ma, ale... Počujem ahokačov. Ide ďalší. Tam bola holubica? Fajn. Holubica preč. Artyom versus holubica. A táto korytnačka, či čo je to? Ja počkaj, to bolo čo nové. To som tu ešte nemal, ale asi by som mal zdrhať, lebo... Nerád by som sa preletel. Jasné. Ma štrajchla. Máme tu uložené. Save. Jú, počkaj, môžem sem ísť? Nemôžem tam ísť. A ako nerád by som sa ukazoval na tom otvorenom priestore, pretože tá holubica ma akože dosť vytáča. Ako chcel by som prelútiť aj tieto kontajnery, ale... Au! Utekaj! To bolo tesné. Daj si lekárničku. No, asi ma neštrajkli natoľko, aby som... A začína muzička. Toto sa mi nepáči. No, aj koľko mám tých filtrov? No, asi moc ne. Kde je tu všetci? Aha. Prečo si si ma všimol? Kde si? Kámo, tak toto bolo.
смотри, смотри, иду сбоку. И сжарите на голову. Ну уже не мам босс. Так, а дай покой мам работу раз. А як от ти сі дочку де був, Камо? Ого, вони всі тут двоє? Ну, ця полонета це хлопці. Круг, швидко! Ну, нема моз набою. Держать крок! Держать крок, але шак. Я потребуем веці каму. А де си? А на чо я кручу каме? Что это тут? Значит, до этого стрелочки там уже застрелил я. Кому ты никакий удобный, эй. Что планируете? Наконец-то. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно. Хватит морозить тебе пушки. Пойдем внутрь. Ну так тут у семьи дал ты толку информации, же. Это будет заумовое. Так. Ты уже не видел скоро отворить, гей? А вы как чё? За мной, ребята. Чё чакате? Данила, стой на стрёме. Мы с Артемом пойдем проверим зал. Лекарничка. Все мы уже вниз. Я кажу, ты узнаете книговня, гей? Так асі, гей. Ну, камо, чо си не ранай кував? Отварай. Так, вроде все тихо. Так, але торто. Артём, Данила, скорей сюда. Забаррикадируем дверь. Иду, иду. Давайте, пошли. Только он убит. Открой ее как-нибудь. Долго нам не продержаться. Как даже не угомоняться. Зачем? Хлопцы, бейте, там все выдержат. Почекай. Алло, ты двери с утворены. Ага, тут и фильтр. Také z topletu trčá. Doufám, že má hitl. Ale to hádám, nie. A zmrzlinár. A další maska. Chlapci, ešte sa pohrajte, ja to tu musím prejavne prejsť. Aj bola čo užitečné, čo by sa mi akože hodilo, áno, chápete ma. A ďalší zmrzlinár.
Дура. Počkaj, možem ti volat čo? Jsem si pro volat čo, ale ty. Tak ale otvoríš mi to? Filtrík. Tak ale prečo nemôžem ísť tady to? Tak ale nehovor, že som sa tu zabugoval. Koľko sa ja som sa tu... To si robíš prečo. Musím sa od táto voláku dostať. Žeby? Počkaj. Už môžem ísť? Ja sa sa to nedostanem. Nikuda ne uchodí, stoj tu. Na obratnom pute my tebe zaberiem. Šutka. Aha, tak ja som sa mal ísť. Я не бы нас клочья. Парадишка. А ты хорошо поработал, Артём. A dočka, aj zmrzlinár, ďalší. Vám o tento ho mal, ukáž, máme všetko ponabíjane. Lebo keď tu bude kuca paca, tak by sa mi to aj mohlo hodiť. Čo si našol? Vy si tu robíte srandičky, ale čo teraz? To je zavreté. Artём, prever kabinetu zľava. Vozmožno, sumieš otvieť dvere z druhej strany. No tak díky moc, že si vedem dobre. Môžem rozstreliť, hen to som nemohol, toto môžem. Super. Je tu voľačo? Ukáž, čo má za kver. Kde som nábojal? Neviem, či to chcem, alebo to nechcem. To máme nejaké veľké. Daj, máme ďalší filter, OK. Že prehľadni tie miestnosti, ale však... Tu tých miestností je strašne veľa. Chlapci, môžem ho nejako to... Aha, takže nemôžem. Musím to tu preňúriť všetko. A uvidíme čo a ako ďalej, mošani. Dočkaj, že bude veľa pavučiny. Môžem tu spraviť oheň? Nemôžem tu spraviť oheň. Ale však zhasný a kde mám ísť? Počkaj, to je ako si robíš prdel, že zás mám ísť ven. No počkaj, ale ja musím ísť hore do tých... dverí, nie?
Aj títo sú zamknutí, ale tak jak sa od toto dostanem? Aaaa, čo sa za moje logické myslení. To bude fakt na hovno. No ale čo? Kde? Jako? To som zobral filter tam bol. Výborné. Rekla naby si. A... Kámo. To je ako čo? Aha, máme otevřeno. Отлично. Данила, пошли. Данила, Артон, Данила. Ай-яй. Ай-яй-яй. Там бы было что великое. Ю, это сами не бачите то. No chlapci, deti, jak posratí, môžete ísť rýchlejší? Ja už sa začínam nudiť. To zaujímavé, to bolo zamknuté a ty si to len tak rozkopneš. Knižnica, krásna knižnica. Артём, слушай внимательно. Библиотекари... Одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Так toto bola cenná rada, ktorú možno ani nevyužijem, pretože... Á, holubica! Holubica išla preč. Fajn. Vymeň filter, lebo sa ti ťažko dýcha. Máme tu niečo zaujímavé? Čo je kámo, však pred chvíľu si mi dal cenné rady a teraz zase otravuješ. Ja to tu musím prešmejdiť najprv, či sú tu nie zmrzlinári, čo by sa mi hodilo. Kebyže sú tu zmrzlinári, ale typujem, že tu... Zmrzlinár! On si ešte živ. Артём, ja должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Приземи книгу, то сировый сранду. Кому ты еще приземи мог гладать? Файн, Лукаш. Takže tady je to. No dobre, takže nie je tu nič, čo by som mohol vylútiť. A teraz ideme tady to. Tak, a čo máme? Hej, tam hore môžem ísť, alebo nemôžem. Kámo, vydrž, šarťom je hneď naspak aj s pirvlami. Čo som to tu našiel? Čo je tam blikavola, čo by som mohol zobrať? Chlapci, vy tu čakajte, Arčom je hneď naspatek. Sice neviem, aké potvory si myslel a čo si tým myslel, ale... Budem sa snažiť ich počúvnuť, hádam. A... Že sem neočú kroky za sebou? Sem nemôžem ísť? Však tu nič není. Čo to tu hučí? Á!
Где? Где си? Почекайте на хвилу. Ну супер, тоже мам еще один гранат, один заполнен. Fajn, takže normální granáta tá dole. Super. No ešte granátov nemám veľa. No dobre. Kade teraz? Nemôžem ísť dole, lebo keď ma cesta zaviedla sem, takže asi ideme tadeto. Dobre, takže sme tu. Ej, tu zda ma díra, len ty prišeri všade loza. Ale ja tu nemám... Čo, tuto nenájdem nič? Nie, tady to nenájdem nič. Počkaj, než sa tam skidám, lebo nerád by som to opakoval znova. Kaž, mám dobre, granátu dosť zatal, hádam. Tak ale, čo robíš? Aha. Holubica. Kámo, zbytni. Aha, takže on číha na... Jako nechám Petra, čo sa tu deje, hej? Jako někam by... Au, fujky! Jako toto jsem teraz nepochopil, že se to všechno dělalo. Честно. Почекай, тут было что свети. Шипечки. Кузлус фамоз. Ну пойдь. А так теперь, почекай, я бы сам запомнил, как тут будем мусить потом зараз пройти с ты пришери за тими двумя. То, ага, там не. А, фильтр. Haló, je tu niekto? Kámo, tak daj pokoj. Maličky sa preplížime a teraz by som akože sa... On sa zase zabugoval, alebo čo? Počkaj, 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 počkaj. Ja, to je dzúrka. To je okej, tedy. No poď. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел. Сейчас тут двое.
Výborne. To by bol jeden. Ale ešte jeden tu je. Výbavy a výbavy. Takže granáty sú na tých opičákov najlepšie. Dobre, takže použijeme teda granáty. Počkaj, kde mám ísť? Tady je to. No takže, počkaj, budeš potrebovať dúfam, že žiadny kód, lebo... Tými kódmi to bude troška... Nemám rád kódy. No, takže poďme. No, vám si prejdeme tadeto. A typom, že budem musieť ísť dole alebo hore. No, tak tadeto asi nie. Kade teda? Tu je zmrzlinár. Že zoberiem nič, všetko mám plné. No a čo? Kde je tá prerastená opica? Kde zmizla? Ešte jedna je tu. To fakt musím ísť do tej výťahovej šachty, to si robíš prďal, ne? To nemyslíš vážne, že ja musím ísť do tej šachty. A keď si tam doláme nohy, potom čo? No, takže to vyskúšame. Takto. Ako mi to dáva veľa munície. Kámo, na tých vody padajú. A voda, fajn. Aspoň čo mi zachránila voda prlia. Napaď. Nie, čo to je akože vážne sa taký mantavý, to mi nevyprávaj. Kde mám ísť? Au, 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 au. Takže aj druhý je preč. Čiže teoreticky by toto malo byť čisté, ale tak nikto nikdy nevie. Čo, ako sa objavíš, alebo kde sa objavíš? Ukáž. Koľko mám ešte? No neviem. Uvidíme, jak to dáme. Pokiaľ nenájdem teraz žiadnu muníciu, čo by sa mi akože hodila. Ale tak... Aha, tu máme toto, ale ešte som chcel ísť pozrieť. No, našiel som tu volačo, aj keď nečakal, že tu bude toľko toho. Chovať za polvoč, leze mi to na nervy. A poďme hore. Kde a ako čo a kde mám ísť a stále hore. Do kolečka, do kola, zešli by sa voláke bombičky, paj bombičky, alebo... Počkaj... Ja tam sa pohyboval ten opičák, tam nechcem ísť, ale ja chcem ísť tuto hore. No tak ale... Že by som našiel cestu do neznáma? Ja som našiel topánka. Ne.
Чё робиш? Ты где ма откал? Так, якоже то тут сам вовсе не чакал. Немам моц вибави уж, но не... Тому мусить прийти лен так. Там сам забудил з п'ятого убра. Смотри, як там бубичка. Смотри, як там бубичка. Нормально сил то коледує. Len tam zostaň. Že by išli obidvaja? To by bolo fenomenálne. A išli obidvaja. Fajn. To sa podarilo. Kokso, koľko ich tu je ešte? Ja nemám granáty už. Počkaj, ty si... No, našťastie. Ja som myslel, že ďalšieho blúda to bude. Uj, nemám rád stoky, všade kopu mizu, chrobákov. A ty nie. Chorob. Počkaj, takže zase ideme hore. Ja ako dva razy som teraz išiel dole, nič som nenašiel. Ani len zmrzli na rane. A nemám granáty už. A na tie veľké opice by sa zišli. No takže zase ideme hore. Čo je toto? Môžem si potočiť? Aha, nič tu není. Absolútne nič. Ozaj sa mám ísť. A musím ísť tady. Zdeme tady to. Okolo toho pičáka veľkého zase. Ja si nevšímaj. Ja len prejdem, ano. Ja si nevšímaj, vôbec si ma nevšímaj. Takže za to bude vlade zašitý chod, ktorý nenájdem. A budem tu blúdiť 2 hodiny. A tu sú dvere. Tak, zavri to, aby tam ten nemal prístup. Wow. Hľadaj, Artём. Potrebujeme ti dokumenty. Zdej všetky. Veľa šuflíkov. To si ako tajné archívy toto? No si to tak vypadá. Našol si? Ešte to veľkým napísaný, že D6. A máme to.
Может, там будет иной печак. А где идешь? А сразу ты дверь иду отворить. Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Магалушки? Артемаза за галушки? Делайте. Это на печах ты сказал. Куда едем, Кенатуалет? Обрушу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? Храм. Артём, помнишь храм? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он так же мамы таксика думал. Может, музон рубим? Танцуем сегодня, мы с тобой танцуем. Конечно. Прокатимся с музыкой. Дадим время си. Смотрю, что за бумаги ты там нашел. Прочел что-нибудь голубить свою. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. А дальше эпизодка на будущее. Takže to bola dnešná epizódka z Rimetra Redux, čtvrtá časť alebo piatá časť je tam, myslím, že mali sme tam pár veľkých goril, ktoré ma dosť akože štvali, nedalo sa to pomaličky prejsť, mal som chuť vypnúť tú hru, ale tak nejako sme to zvládli. Našli sme Millera, ktorého sme hľadali celú hru, asi 5 hodín, tak nejako. Takže myslím, že môžeme ísť do ďalšej misie, takže díky, že sledoval toto videjko a vidíme sa na budúce.